Выпускники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей посетили территорию будущего сквера шахидов в Махачкале. Воспитанники учреждения приехали на место в микрорайоне Сепараторный, где в 2003 году случилась трагедия. Пожар унес жизни 31 ребенка. Теперь в честь погибших здесь строится парк. Курбан Рагимов продолжит тему. До открытия этого сквера остается меньше месяца, идут активные работы. Накануне к бригаде строителей прибыло подкрепление. На помощь вызвались бывшие воспитанники сгоревшей школы-интерната. Для молодых мужчин это место особенное. Они выжили, но потеряли друзей. Пожар в 2003 году унес жизнь 31 ребенка. Еще больше 100 человек получили ожоги, отравление угарным газом и другие травмы. Рассказывая о трагедии, они вспоминают своих товарищей. Один, говорит, придумал, говорит, окно открыть и... Посмотрел окно со второго этажа, боялся, говорит, прыгать. И старались, говорит, матрасы, подушки, все бросили, говорит, вниз. И дальше начали, короче, прыгать вниз. Кто как сможет, да. Ну, рискуя, начали, говорит, прыгать. Они как пострадали при этом? Ну, некоторые, да, пострадали. Сначала, говорит, все спали. Няня, говорит, разбудила, говорит, нас, и все, говорит, проснулись. Он, говорит, за няней, говорит, держался и ходили, говорит, шли. И за ним, которые были еще его одноклассники, 4 человека. И няня, он за няней держался, крепко держался. А другие на выход уже там отцепились, короче, там как-то. Там ничего, говорит, не видно не было, ни дыма, ничего. И дышать, говорит, невозможно было. И он за няней держался, а за ним, которые держали, отцепились. И там остались, говорит, никто, говорит, не вышел оттуда. Идею открыть на этом месте сквер в честь своих товарищей Асхаб Гусейн Акаев вынашивал уже много лет. Обращался в разные инстанции, в том числе и в муфтият. Только тогда, около 3 лет назад, дело сдвинулось с мертвой точки, появилась надежда. Очень много гухей довольны, ребят, потому что такого аналога такому парку нет. Нигде в России нет парка гухей. Это теперь у нас в Дагестане будет такой парк, где мы можем все собираться, почтить память этой трагедии. Сейчас на территории идут работы по укладке плитки. По проекту здесь будет несколько зон. Будущий парк планируется адаптировать под все категории граждан, в том числе для маломобильных. На две зоны делится. Зона, которая шахиду Алима, которая убита. Этой стороны пассаж деревьев. И в честь каждого ребенка будет у нас пассаж на деревьев. Вот здесь полуовалу 31 кипарисов, который будет привезен из Италии. Также у нас будет 2 фонтана функционировать. Один там, один здесь. В этом углу у нас площадки будет детская площадка, здесь зеленая зона будет у нас, здесь воркаут-система будет. Здесь также посадят именные деревья в память о погибших богословах, журналистах, политиках, общественных деятелях и правоохранителях. Будут также установлены мемориальные плиты с именами погибших. Сквер шахидов планируют открыть к концу этого месяца. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ.